несколько месяцев мы видим одна ситуация в стране. Это не секрет, это не только видим, а видим многие кампании на этом рынке, и вы видите тоже, как граждане страны, что экономическая ситуация не очень хорошая, особенно с декабрем, когда менялся курс валют, и тоже начали конкуренты, и мы тоже, и все игроки на рынке в разных областях поднимать цены. Естественно, это сложно, когда у людей не больше зарплат, а может быть иногда тоже наоборот. И то, что мы видим, это что две тенденции. Одна, это что ищут дешевле варианты продукции. И второе, что покупают реже, хотят сэкономить. Третье, это тоже, что дополнительный доход гораздо важнее сегодня, чем полгода тому назад. Некоторые конкуренты увеличивали, некоторые держали цены и потом увеличивали. И разные ситуации, те, которые подняли, они тоже начинают с высокими скидками. Oriflame, мы продолжаем наш путь, который мы объяснили на разные конференции. Мы хотим иметь инновационные, качественные, научные, натуральные продукты шведским качеством. Это значит, что мы хотим тоже быть доступны и хотим поднимать цены, потому что эти продукты стоят платить. И, может быть, больше важно, что мы сохраняем доход наших консультантов и наших продавцов, и наших лидеров. Из-за этого это важно, что мы поднимаем цены, чтобы сохранить доход. Мы никогда не будем самые дешевые на рынке про них продаж. Мы хотим, чтобы выбрали Oriflame за правильные причины. И это не цена. Потому что если предлагаешь, рассказываешь о продукте, ты гордишься с этим, и тогда должно быть качество обратно. Тем не менее, мы видим, естественно, ситуация, которая происходит, и мы действуем оперативно. Из-за этого мы сейчас будем рассказать о нашем предложении, которое начинается сейчас со следующего каталога, со 8-го каталога. И я передам слово сейчас Юра Михайлюк рассказать особенности сейчас летнего сезона, который для вас не будет лето и отдых, а как будет огромная возможность строить фундамент за осень и за зиму и за будущее, потому что сейчас будет непрецедентные возможности дохода для потребителей консультантов, для продавцов, консультантов и в том числе для вас, дорогие лидеры. Здравствуйте, дорогие бизнес-партнеры. Мне очень приятно с вами сегодня разговаривать в формате этого вебинара. И спасибо, что вы откликнулись на наше предложение пообщаться с нами и узнать о том, что ждет вас и нас вместе этим жарким летом. Мы разделили наше предложение на три основных сегмента. Это предложение, ориентированное на лидеров, на консультантов-продавцов и на консультантов-потребителей. И сейчас мы вам последовательно по каждому из этих разделов расскажем о новостях, которые вас ждут. Начнем мы, конечно же, с вас, с наших лидеров, ключевых бизнес-партнеров, для которых мы подготовили следующее новости. Итак, лидер обращается в компанию, мы слушаем ее обратную связь, она говорит: я хочу поддерживать квалификацию на директорские звания, но с повышенной стоимостью балла бонуса мне сейчас это делать сложнее, чем раньше. Что мы подготовили в качестве ответа для такого лидера? Мы говорим, что в
период с 8 по 12 каталоги этого года мы возвращаем стоимость балла на уровень конца 2014 года. Таким образом, на 10% мы возвращаем стоимость балла. Таким образом, можно сказать, что делай тот же объем продаж и получай больше баллов бонусов. Хотелось бы слышать вашу или видеть вашу реакцию на только что объявленные новости. Да, реакция хорошая. Вижу много плюсиков и восклицательных знаков, друзья. Мы видим, что мы за последние 6 каталогов у нас изменилось соотношение между баллом бонуса и объемом продаж. Это совершенно нормальный процесс. Это будет происходить обязательно. Мы таким образом поддерживаем ваши доходы, и это хорошо. Однако была обратная связь на тему, что все-таки стало сложнее квалифицироваться, и наша реакция именно такая. То есть, начиная с 8 каталога, мы говорим, что если ты делаешь тот же объем продаж, то у тебя получается больше баллов бонуса. Да? Еще раз, делай тот же ОП и получай больше ББ. Вот такое наше сообщение вам, дорогие лидеры. Я надеюсь, что вам это понравится, и это простимулирует вас и ваши структуры к более активной работе, более активным квалификациям. Мы говорим теперь так, что возвратив соотношение ББ и ОП на уровень конца 2014 года, становится легче выполнять на 10% квалификацию на группу 7500 баллов, легче квалифицироваться на мероприятия, легче достигать новых менеджерских уровней, друзья. Вот такая информация у нас есть для лидеров. Хорошая реакция, круто. Я рад, что вам это нравится. И движемся дальше. Мы подготовили также информацию для и новости для консультантов-потребителей, которых у нас довольно много. И консультант-потребитель говорит: я люблю косметику, Oriflame за ее качество, но в последнее время на косметику выросли цены. Да? И что говорим мы теперь? Мы говорим так: дорогие наши лидеры, наша косметика достойна более высоких цен, чем те, за которые она сейчас продается. Мы об этом знаем, и в этом наша стратегия. Мы считаем, что вне зависимости от того, росли цены были, не росли на рынке, а на рынке вы знаете, что они растут, мы бы все равно в любом случае вели политику постепенного поднятия цен на нашу продукцию. Мы считаем, что наша продукция ни в коем случае не должна быть дешевой. Это плохо для бренда, это плохо для вас, для ваших доходов, это в принципе плохо для Oriflame. Нам лучше, чтобы наша косметика стоила немножко дороже, чтобы ее воспринимали не как дешевку, не как дешевую косметику. Это очень важно. Поэтому мы придерживаемся политики постоянного правильного повышения цен на нашу продукцию, друзья. Однако мы видим, что сейчас ситуация очень нестабильная на рынке. Мы видим, что с одной стороны цены растут очень активно, не только на косметику, но и на продукты питания, на все подряд. С другой стороны, мы видим, что сейчас курс меняется, и очень по-разному ведут себя разные бренды и разные компании. Мы тоже решили сделать так, чтобы нашему потребителю было интереснее, и чтобы наш потребитель мог пользоваться нашей продукцией, невзирая на возросшие цены, и чтобы всегда сохранять восприятие нашей косметики как лучшее соотношение цены и качества. Вот что нам очень важно, да? Мы не хотим, чтобы мы были дешевые или дорогие. Принципиально, чтобы
люди думали о нас как об оптимальном балансе цены и качества. Поэтому мы решили сделать так, чтобы восприятие нас было не как дорогого бренда и не как дешевого бренда, но как такого, который дает этот оптимальный баланс. И мы бы хотели также, чтобы этим летом немножко простимулировать активность наших консультантов и дать ряд предложений, от которых нельзя отказаться. Да, мы их называем вау-предложения. Здесь я решил провести аналогию с IKEA. Да, те, кто из вас покупает в этом магазине, знают, что цены там не очень низкие, тоже шведский бренд, там они не очень низкие, это хорошее соотношение цены и качества, но IKEA преподносит публике свой ассортимент так, что они иногда выходят с такими вау-предложениями, когда один отдельный предмет может стоить очень дешево, и в принципе невозможно от этого отказаться. Люди вместе с этим, там, в данном случае столиком, по очень низкой цене покупают и другие вещи. Поэтому мы решили сделать так, что два раза в каталог у нас будет снижение цен до уровня ниже прошлогодних цен на некоторые популярные продукты. Да? Это будут избранные продукты. На второй и на третьей неделе будут специальные шоковые вау-предложения по таким ценам, от которых нельзя будет отказаться. И клиент, конечно, мы очень надеемся, будет активно реагировать на такого рода ценовые предложения. Кроме этого, у нас будет в каждом каталоге довольно широкий выбор продуктов стоимостью до 200 рублей. И мы будем коммуницировать, мы будем вам рассказывать, давать списки этих продуктов, чтобы вы и ваши консультанты могли именно на эти продукты ориентировать своих потребителей. Да? То есть, как видите, с одной стороны, общий уровень цен, который будет соответствовать нашему представлению об Oriflame, он не будет меняться, потому что мы считаем, что качество, которое мы даем, достойно определенной цены, да? Но с другой стороны, одновременно мы будем давать людям очень интересные, глубокие скидки на ограниченное количество продуктов. Комментарии хорошие. Спасибо, Неля. Вот что нужно. Лето активных продаж. Отлично. Да, так и правильно. Хорошо бы в электронном виде хотя бы видеть прайс. Будет все это дело, конечно же, в электронном виде прежде всего, потому что как в магазинах Бихетле и в Ленте. Они тоже так делают. Да. Классно. Хорошо, друзья. Мне приятно, что вы поддерживаете такую инициативу. Мы тоже считаем, что это правильно отразится на том, как люди воспринимают. Помним, что с ценами самое главное – это восприятие. Это правильно отразится на том, как люди воспринимают наши цены. И хочу проиллюстрировать для вас ряд предложений, которые будут в каталогах уже. Вы увидите, что это не только спецпредложения вне каталога на второй и третьей неделе, а уже даже в каждом каталоге у нас будут вау-предложения. Смотрите, какие. Да, вы уже успели увидеть в восьмом каталоге. Это помада One the One. И если ты покупаешь одну помаду с 30% скидкой, то вторую можно заказать со скидкой 50%. Да? 50% скидка, помада стоит 199 рублей. Отличное предложение на набор Solar. Тоже минус 50%, стоимость 639 рублей. Вообще сногсшибательное предложение на шариковые дезодоранты. Activell, один дезодорант 69 рублей. Это минус 60% скидки. Губная помада 100% цвета за 99 рублей. Меньше 100 рублей мы продаем шикарную помаду. Это скидка 55%. Капсулы для лица. Королевский бархат и власть над временем. Скидкой 60%.
В 9-м каталоге уже бестселлер будет наш известный «Кремлевех. Невероятный эффект» 70% скидкой за 149 рублей. Туалетные воды наши Ice, Fire and Air минус 50%. Зубная паста Optifresh за 75 рублей. Еще одна удивительная акция будет в 10-м каталоге. Купи один лак и закажи второй за 10 рублей. Уникальное предложение, кроме этого, 10 разворотов с продуктами по 10 рублей. Мне подсказывают коллеги, что такого в принципе невозможно, но мы делаем невозможное возможным. Да? Видите, какая реакция? Реакция ого-го, супер и это невероятно. Действительно, уникальное предложение, супер. Это Виктория Кошляк. Здравствуйте, Вика, очень приятно. Ну и ну. Наталья Козлова. Супер. Здорово. Хорошо. Вот такая реакция на то, что мы предлагаем для потребителей, друзья. Спасибо. Есть. Мы поговорили про лидеров, мы поговорили про потребителей. Так? Сейчас мы хотели бы остановиться на том, что мы предлагаем этим летом для консультантов-продавцов. Мы видим, да, что типичный аргумент консультанта-продавца – это я люблю рекомендовать косметику Reflame, но мне нужна максимально высокая выгода и легкая для понимания предложений. И здесь мы должны понимать, да, и все вы уже лидеры бриллиантового уровня, понимаете, что наши продавцы – это люди, которые зачастую носят два каталога, наш каталог и нашего основного конкурента, и наша битва за этого продавца как раз на уровне того предложения, которое мы делаем с точки зрения доходности от продаж. И здесь не секрет, что в последнее время доходность от продаж для наших продавцов немножко хромала, и наша задача сейчас ее подправить, сделать так, чтобы человек, который носит два каталога, был заинтересован продвигать то, что в нашем каталоге, а не в каталоге нашего конкурента. Поэтому общая задача сделать так, чтобы продавать Oriflame для тех, кто зарабатывает на продажах, стало прибыльным. И что мы говорим? Мы говорим, что мы предлагаем для наших продавцов в период с 8 по 12 каталог очень хороший немедленный заработок. Смотрите, что мы говорим, друзья. Мы говорим, размещай заказы на 100 баллов и получи в подарок дополнительную еще скидку 5% на все. Эта скидка считается с каталожной цены. Подчеркиваю, с каталожной цены. Размещай заказы на 150 баллов и получи в подарок дополнительную скидку 10% с каталожной цены. Это без лимита, заметьте, да, здесь не действует лимит премьер-клуба, который у нас был 1450, лимита на размер, на количество ББ продаж здесь нету. То есть 10% действует на все. Из комментариев, как это работает. Дополнительная скидка действует, начисляется в конце каталога в виде товарной скидки, может быть использована в 9-м каталоге при размещении заказов 9-го каталога. Первые скидки будут начислены по результатам 8-го каталога. И еще очень важно, что эта скидка начисляется вместо бонуса ПК. То есть бонус ПК уходит с 8 по 12 каталог, вместо него приходит 10% скидки, что гораздо доходнее и интереснее, чем бонус ПК. Мы вам покажем сейчас расчеты, друзья. Итак, 100 баллов, 5% скидки на все по каталожным ценам. 150 баллов, 10% скидки на все по каталожным ценам.
я делаю паузы, когда смотрю реакцию. Очень вовремя, отлично перед летом. Спасибо за своевременную поддержку. Предложение сногсшибательное. Вау, супер, наконец-то, да, восхитительно. Все, то есть я вижу так, что, судя по всему, вам это дело нравится, друзья. А если из вас кто интересуется, что будет со скидкой 50% на один продукт, то спешу вам сказать, что скидка остается. Да? Скидка на продукт 50% при заказе двух каталогов по 150 баллов остается, друзья. Сейчас тоже не откажу себе в удовольствии почитать реакцию. Прекрасно, круто, отлично, хорошо. Идем дальше, друзья. Теперь посмотрим на табличку, где немножко активнее расписаны... Что ж там было? Извините. Где немножко детали расписаны, как это работает. Вы сейчас увидите разные сценарии, как при том же объеме продаж получается разная выгода. Да? Смотрим, здесь есть колонки А, Б, С, Д, Е, Д, Ф, Е. Сегодня и вау, да, то есть сегодня у нас одинаковая потребительская цена, так? Смотрим, баллы, личные баллы разные, колонки А, да, при том же объеме продаж получается, что раньше, сейчас было баллов 50, с восьмого каталога будет баллов уже 56. Точно так же при одинаковом объеме продаж сегодня 150 баллов, при новом предложении вы получаете 167 баллов. При 250 баллах вы получаете 279 баллов. То есть, если вы делаете те же объемы продаж, что и сейчас, вы получаете больше баллов. Дальше у нас идет обычная цена консультанта. Дальше учитывается как бы обычная сегодняшняя немедленная прибыль в серой линейке учитывается скидка, так, и обычная немедленная прибыль. Потом, смотрите, добавляется в бежевых строчках добавляется наше сегодняшнее вау-предложение. И вы начинаете видеть, что со 150 баллов включается уже 10%, и сразу в фиолетовой строчке вы видите в рублях вашу выгоду от программы лояльности, а в зеленой строчке получается суммарная выгода в рублях. И теперь вы сравниваете у каждой колонки суммарную выгоду сегодня и суммарную выгоду в колонке «Вау». Смотрим. Сегодня у нас при 100 баллах 1560, при новой программе «Вау» 1864. Сегодня при 150 баллов суммарная выгода 3281, при «Вау»-предложении 3875. Очень интересно и довольно жирно, друзья. Хочу отметить, что в том, как конструировалось это предложение, мы старались сделать так, чтобы побить нашего основного конкурента. Вы знаете, что основной конкурент и его главное заявление состоит в том, что в первом заказе у них скидка 31%. И вы знаете, что это только первый заказ, да? Но они, тем не менее, этим сильно гордятся. Они гордятся, что это простое предложение, понятное, и многие люди на это дело идут. И мы здесь постарались сделать наше предложение таким, которое было бы более сильным. Мы здесь говорим скорее не о скидке, мы говорим о немедленной прибыли. Но знаете, друзья, если это дело пересчитать и перевести на язык Avon, то наше предложение уже на 150 баллах будет лучше с учетом программы лояльности, продукта с 50% скидкой и так далее. Наше предложение сейчас на данный момент лучше, чем у основного конкурента, с чем я нас и поздравляю.
Смотрим на реакцию традиционно. Очень важно, чтобы вы это понимали, друзья, и довольно активно, не хочу говорить агрессивно, но активно говорили об этом, особенно тем людям, которые, к сожалению, переметнулись в стан конкурентов. Надо им обязательно рассказать, что сейчас у нас лучше и выгоднее, чем у конкурентов, поэтому обязательно с ними свяжитесь, друзья. Здорово, отличный стимул. Испытываем лидерский оргазм. Извините, сказал Сергей Гаглоев. Сережа, я понял тебя, да. Дмитрий Квашаев написал: Сергей, поаккуратнее. Ну, в любом случае, очень приятно, что наша информация вызывает именно такую реакцию, друзья. Вот такие вещи мы вам предлагаем в рамках программы «Вау, лето», которые будут действовать с 8 по 12 каталог. Что будет у нас происходить и что у нас будет действовать после 12 каталога, как говорится, следите за рекламой, но обещаю, что это будет не менее интересно. Давайте подведем итог. Таким образом, в рамках программы «Вау, лето» на период с 8 по 12 каталог у нас есть три сильнейших предложения для потребителей, продавцов и строителей бизнеса. Это наше кредо. Мы делаем всегда так, чтобы именно эти категории были, у них были условия лучше на рынке, чем у всех других компаний. Для потребителей у нас есть вау-предложения ценовые, когда у нас два раза в каталог будут цены ниже прошлогодних. То есть у нас очень интересные, есть шоковые цены на довольно большой ассортимент нашей продукции. Для продавцов мы говорим, что у нас добавляются дополнительные скидки 5-10% при заказах 100-150 баллов, и рассчитывается это от каталожной цены. А для лидеров мы говорим, что стоимость балла возвращаем на уровень 2014 года. Вот и все, друзья. В этом состоят наши предложения. Теперь задача как можно быстрее эту информацию распространить на структуры, на всех, кому это может быть интересно. Это интересно всем, и покупателям, и продавцам, и строителям бизнеса. Все это начинает действовать уже совсем скоро, с 8 каталога, и вы первые, кто узнали эту информацию. Поэтому прошу вас, расскажите о ней всем. Все. На этом у меня все, друзья. Если... Да, да. Это то, что я хотел сказать. Если есть вопросы, давайте. Это будет делаться в системе. Да, у нас прайсы напечатаны, поэтому это будет происходить, ну, при заказе. Правильно? Да, будут видны правильные баллы. После, да, в прайсе и в каталоге неправильные. Правильные будут на сайте и после логина. И в накладной. Да, правильные баллы будут более приятные, чем неправильные. Да? То есть все, кто увидит свои баллы на сайте и в накладной, кто-нибудь знает эту информацию, будут приятно удивлены, что баллов при тех же объемах продаж будет больше. И на сайте у нас также будет выложен новый электронный прайс-лист с корректной информацией по баллам. Ребята, какие-то вопросы были еще? Тут очень много, да, тут много информации. Я... Это
это сказала Наталья Юрова. Наталья, мы таких консультантов мы скорее относим к консультантам потребителям, да, которые делают маленькие баллы, и здесь как раз для них у нас очень много чего есть в каталоге. Вот те супер предложения по ценам ниже прошлого года как раз ориентированы на такого рода консультантов. И в любом случае, конечно, если мы смотрим, что интересует потребителя, да, ну какой потребитель? Потребитель может потреблять у нас, может потреблять в магазине, там, в магните и так далее. И с точки зрения общего нашего предложения для человека, которому нужна косметика, у нас это очень интересно, потому что у нас есть еще 18% скидка, у нас еще разного рода подарки и так далее. В любом случае, по совокупности того, что мы даем потребителю, это интереснее и чем у основного конкурента, и чем у розницы, у розницы продажа. И, конечно же, не стоит забывать о нашей программе лояльности. И здесь появилась часть директоров. Да, Юра и Елена Мандрущенко. Да. Да, будут скидки у директоров, это тоже включат. Так, новость отличная, хорошо. Чуть подождем немножко вопросов. Света, я сейчас не помню наизусть, сколько баллов будет стоить тушь, честно говоря. Да, Йохан сразу говорит, что это будет на 10% больше, но в любом случае, проверьте, пожалуйста, уже когда начнет действовать 8-й каталог. Я не помню. Да, это верно, Альбина. Как я уже говорил, скидка 5-10% вместо бонуса. Да, бонуса премьер-клуба, бонус премьер-клуба на время действия этой акции вав-лето с 8 по 12 каталог убираем. То есть скидка замещает бонус премьер-клуба. Но вы должны понимать, что доходность при этой скидке гораздо выше, чем доходность премьер-клуба с бонусом премьер-клуба. И проще. Так, Лисины, смотрите, пожалуйста, по программе лояльности продукты Wellness. Угу. Сейчас. Что-то прыгает, я не. Стоимость ББ на уровне 2014 года это сколько? Это как раз на 10%. Почему мы говорим 10%? Потому что если мы меняем это соотношение на 10%, то оно как раз выходит на уровень конца 2014 года. Вот как оно было в 17-м каталоге 2014 года, 28,7. Расчеты будут видны в накладной. Ну что, я думаю, что мы можем потихоньку закругляться, Дима.